Альбрехт Дюрер – это первый художник Западной Европы, обратившийся к жанру автопортрета. Многие века до него личность живописца считалась слишком малозначительной, чтобы изображать ее на холсте. Но в эпоху Возрождения происходит переосмысление творческого дара и роли художника в обществе. Альбрехт Дюрер в юных лет много размышлял о духовном развитии и чувстве собственного достоинства. Для Германии эта тема была особенно актуальной, ведь изобразительное искусство там считалось ремеслом. Чтобы утвердить высокую значимость живописи и тех, кто посвятил ей жизнь, художник создал серию автопортретов, признанных шедевров мастера. Первый автопортрет Дюрер создал в 1493 году, в 13 лет. В то время он освоил ювелирное искусство в мастерской отца. Однажды он взял недопускающее исправление серебряный карандаш и отобразил на бумаге свое зеркальное отражение. Портрет получился точным, без попытки приукрасить и выгодно подать себя. На прямоугольном листе плотной шершавой бумаги мальчик изобразил себя в полоборота. Когда смотришь на этот автопортрет, чувствуешь, что он нарисован рукой, которая не первый раз взяла карандаш. Рисунок выполнен почти без поправок, сразу и смело. Лицо на портрете серьезное, сосредоточенное. Мягкостью черт оно напоминает отца. Облик совсем юный, пожалуй, мальчику не дашь 13 лет. У него по-детски пухлые губы. Плавно очерченные щеки, но не по-детски пристальные глаза. Во взгляде есть некая странность. Кажется, что он обращен внутрь самого себя. Рисунок сделан серебряным карандашом. Спрессованная палочка серебряного порошка ложится на бумагу мягким штрихом. Но штрих нельзя ни стереть, ни поправить. Рука художника должна быть твердой. Может быть, не детская серьезность и сосредоточенность в лице, а трудности почти непосильной задачи. Альбрехт Дюрер-младший справился с ней удивительно. Юный человек, подросток, почти ребенок на этом автопортрете интересен нам. Даже если мы не знаем, что он будущий великий художник, хочется понять, о чем он думает, когда вглядывается в себя. Трудно поверить, что свой первый автопортрет Альбрехт нарисовал в возрасте 13 лет, до того, как он начал обучаться живописи. Несколько десятилетий спустя детский рисунок попался на глаза мастеру. Он не рассмеялся над ним, как над незрелым опытом, а надписал в верхнем правом углу: «Это я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда был еще ребенком. Альбрехт Дюрер».